Сейчас очень жаркая пора. После работы не всегда хочется сидеть дома. С улиц народ переместился в торговый центр. Вот и создали нам подобие улицы с фонарями, с домами, даже с балконами, искусственным небом. В этом искусственном мире не жарко. И можно прогуляться по этой искусственной улице, посидеть в кафе. А надоест — пройтись по магазинам тут же в торговом центре или зайти в книжный магазин, посидеть и почитать книгу. Или пойти в кино, которое находится тут же, прямо в конце этой улицы. Причем меня не оставляет ощущение и реальности происходящего, как будто я попала в какой-то параллельный мир, где вот такое небо, где вот такие улицы. А что делать? Альтернатива – это берег моря. Там, конечно, немного легче, особенно вечером. Но не будешь же каждый вечер только у моря сидеть. Хочется какого-то разнообразия. Детям, конечно, здесь раздолье, потому что везде стоят разные автоматы, агрегаты, целые комнаты с игральными автоматами, с качелями и каруселями. Люди, кстати, на балконе, обратите внимание, не настоящие. И я хочу поснимать и показать вам, как развлекают здесь детей в торговых центрах. Это я нахожусь в торговом центре Шара Цафон, ворота севера. Вот такие инопланетяне катают наших детей. Сама бы с удовольствием покаталась в таком поезде. Одних привезли, и теперь других увозят. Торговый центр Кирьон. Каждый вечер здесь придумывают что-то другое. Вот сегодня такое представление.